территории нашего бывшего завода ГРЛ расположена фирма «Технониколь». Видим, что на украинском языке написано. Но сейчас узнаем. По моим сведениям, это фирма с российскими корнями. Ну вот мы видим упаковочный лист, на котором отчетливо видно, кто производитель. Да? Видим. Россия, Рязань. Полтавский тротуар не новины. Скажите, это правда, что у вас фирма с российскими корнями? Да. Это правда, да? Да. Но тем не менее вы работаете на территории Украины. Да. Жалко, спасибо большое. Не хотелось бы такое видеть. Ну что же, извините, вот, спасибо. Вход в фирму. Склад у них. Вот такого характера. Все забито. Внутри склад тоже, похоже, забит, но он просто закрыт.